Добро пожаловать на канал Emojicool. В этом видео мы подготовили для вас тест из 35 вопросов на общие знания. Желаю удачи и поехали! В какой стране находится самый высокий водопад в мире? Венесуэла. Какая египетская богиня войны и палящего солнца изображалась с львиной головой? Сехмет. Как звали жену Александра Сергеевича Пушкина? Наталья. Какое животное, как считается, дало название денежной единице Хорватии? Куница. Как называется повар, специализирующийся на приготовлении пиццы? Пиццайоло. Кто носил имя Диего в мультфильме «Ледниковый период»? Саблезубый тигр. Какой из этих спортивных снарядов самый легкий? Копье. Кто из этих художников написал картину «Постоянство памяти»? Сальвадор Дали. Как называется море, все берега которого принадлежат Турции? Мраморное. В каком городе России находится памятник Левше? Тула. Кем приходился Петр II Петру I? Внукам. Какой из этих ученых изучает насекомых? Энтомолог. Что изобрел в 19 веке англичанин Джордж Стефенсон? Паровоз. Какое число обозначается римской L? 50. На флаге какого из этих государств только два цвета? Польша. У какой из этих птиц самый длинный язык? Дятел. Какая из этих мер длины наименьшая? Локоть. Какой город является столицей Румынии? Бухарест.
как называются линии на глобусе, которые проходят через северные и южные полюса Земли. Меридианами. Как называется валюта Кыргызстана? Сом. Кто из русских писателей отказался от номинации на Нобелевскую премию? Лев Толстой. Какая из стран в 1893 году впервые дала женщинам право голоса? Новая Зеландия. Как звали любимого коня Александра Македонского? Буцефал. С какой из этих стран Чехия не граничит? Венгрия. Кто автор самой длинной оперы за всю историю музыки? Рихард Вагнер. Из какого мяса испанцы делают хамон? Из свинины. На берегу какого моря стоит город Архангельск? Белого. Закончи цитату Лао Цзы. Голос истины противен. Слуху. Какое из этих животных обитает не в океане? Сервал. Какая птица является символом Новой Зеландии? Киви. Какая пустыня является древнейшей в мире? Намиб. В каком городе мира раньше всего появилось метро? Лондон. Кто написал «Старик и море»? Эрнест Хемингуэй. В каком созвездии находится полярная звезда? Малая медведица. Что, согласно пословице, портит человека? Лень. Спасибо за просмотр. Пока.